Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Привет, народ. Как вы поняли, сегодня речь пойдет у нас о пневмоинструменте. А именно, в частности, о пневмозубиле, либо, как его называют еще, пневмомолоток. Вот. Ссылочку, конечно, я вам оставлю на данный магазин. Магазин классный, мне понравился. Значит, приехало все в такой вот коробке, друзья. И подразумевается, что это все дело тайваньское. Как бы здесь больше ничего и нет. Переходите в магазин, и на сегодняшний момент хотелось бы сразу отметить, что я брал бы второй вариант. То есть, когда вы перейдете по ссылочке, там будет два варианта. Вот. Первый это с пружинкой, и второй с быстросъемом. На сегодняшний день я бы брал с быстросъемом и докупил бы, допустим, биты, которые мне понадобятся. Так как здесь биты есть, которые мне, в принципе, могут не понадобиться. Вот. Также, друзья, я вам набросаю ссылочек на разные модификации данного пистолета, данного инструмента. То есть я брал самый длинный, это, по-моему, 255 мм. А в магазине есть и версии и покороче, и совершенно другие. То есть очень-очень магазин такой хороший, богат на этот инструмент. Данный пистолет мне обошелся в $50, там, по-моему, 12 центов. Вчера я заходил в магазин и смотрел вот этот вот набор. Стоил уже $51, там, не помню, с копейками. Поэтому заходите, выбирайте сами. Но, друзья, сегодня не получится показать вам тест на сайлентблоке, так как я немножко... Ну, я первый раз себе купил этот инструмент, все время махался молотком. На старости лет надоело мне махаться молотком обыкновенным ручным. Решил прикупить себе немножко инструмент, облегчающий труд. Так вот, вот такие вот насадки были, друзья, в комплекте. И как я понял, посмотрев, допустим, видео Бориса Сопина, у него есть одноименный канал, друзья, где он все это демонстрирует, показывает. Вот. Мой, так сказать, товарищ по Ютубу. И вот я к нему обратился, говорю: Борис, покажи, пожалуйста, насадку-лопатку подробнее для снятия или выпрессования, или выбивания сайлентблоков. Он мне прислал видео. Вот, а перед этим я обрыл весь интернет, весь Алиэкспресс. Вот, хотел купить эту насадочку отдельно, но я нигде на Алиэкспресс не нашел. А вот Борис Сопин прислал мне ссылочку. Единственный магазин на Алиэкспресс, где из всего множества, допустим, насадок можно купить каждую по отдельности. Так вот, насадочка, друзья, для выпрессования сайлентблоков, для выбивания, либо врезания даже, стоит для Белоруссии порядка $35. То есть 22 с копейками сама насадка и 12 с копейками доставка. Вот. Если я нигде эту насадочку не куплю в Белоруссии, ну, соответственно, придется заказать ее на Алиэкспресс. Пистолет собран очень качественно. Довольно качественно. Фирма вот такая, Хайфисон, по-моему, Pneumatic Tool и From Taiwan. Имеется у нас регулировка усилия удара. Приходит в комплекте, вернее, покупаете вы его или я покупал в комплекте с японским переходником под быстросъем. Но я написал продавцу, говорю: друг, пожалуйста, если возможно, положи под Европу. Он мне положил видите, уже руки вымазал этим пистолетом. Он мне, соответственно, положил переходничок под Европу. Единственный такой минус, хотя не знаю, будет он влиять на работу, не будет. Вот здесь кнопочка пластиковая, все это дело болтается как-то. Но, в принципе, я думаю, что поломаться не должна. Если уж даже и поломается, то здесь, наверное, в любой момент это все дело можно напечатать на 3D принтере. Ну, хотя я не думаю, что он поломается, так как были некоторые отзывы. Я, по-моему, где-то и видео смотрел по данному пистолету, все его хвалят. Так что, как говорится, поживем, увидим. А мы с вами пойдем сделаем такой маленький простой тестик этим пистолетом. То есть я зажимал в больших тисках такой большой кусок уголка и долбил. Этот уголок у нас просто ехал в губках и зажат был очень-очень хорошо. Вот, наверное, мы сейчас с вами пойдем и посмотрим этот тестик. А пока давайте взвесим наш инструмент. То есть для своих маленьких габаритов данный инструмент, друзья, весит, я бы сказал, немало. То есть 1755 грамм. Как тут показать? Вот так. А с пружинкой и, допустим, оснащен какой-то битой. Ух ты. Он у нас уже весит 1900, ну, грубо, 50 грамм. Вот, то есть за день работы рука может неплохо так устать. Ну и также у нас все это дело приходит с инструкцией. Видите, подробнейшая инструкция, что, куда и как.
как что называется, хоть на китайском языке, но мы можем всегда перевести и посмотреть, как что называется и куда это все дело вкручено. Вот пистолеты, видите, бывают, я так понимаю, 150 мм, 210 и 250. Вот 250 и пистолет 2 кг, 1,6, 1,3. Ну, походу-то, наверное, в оснащенном виде. Все это дело указано. Все, ребят, идем в гараж, посмотрим на этот мой маленький тестик. Ну что, ребята, используем уголок. Вот наш уголок. То есть зажато, смотрите, своим весом на тисках прыгаю. И полностью зажат. Сейчас переставим немножко камеру поближе. Возможно, изображение будет мерцать и скакать, так как очень сильно бьет. Подключаем. Немножко у меня здесь соединение подшипывает. Ну, уже старый быстросъем. Ну что, попробуем тогда уголок. И, друзья, обратите внимание, как наш уголок раздолбало и разрезало. И обратите внимание на эту вот биту, что все с ней целое и она новая. Вот такие вот дела. Давайте еще разок. Сейчас порегулируем удар или закроем. Это, друзья, мелкий удар был. Сейчас по максимуму. Полное открытие. Вот, даже не могу достать зубило. Это уже край зубила вперся, воткнулся в тиски сами. И вот что у нас получилось. Смотрите, как режет железо. То есть я говорил 4-5 миллиметров, а здесь у нас уголок, по-моему, 5 или даже 6 миллиметров толщиной. Вот такие дела. То есть долбит просто на ура. Все, ребята, на сегодня закончили данный маленький тестик. Как всегда, ссылки в описании. Ссылочка на канал Борис Сопин в описании. Переходите, смотрите и пистолет, и канал моего товарища. На этом всем пока. До новых видео. Огромного всем здоровья. Ты заходи, если что.